З нами зараз на зв'язку якраз перебуває Галь Лєвін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Галь, вітаю. Да, приветствую. Да, вітаю. Ми якраз от з колегою Ігорем Ждановим почали обговорювати дефіцит відповідних боєприпасів, ракетного озброєння та інших речей в Росії. І знову ж таки почали говорити, звичайно, про джерела можливого постачання цієї зброї в Росію. Ми трохи розфокусувалися на темі і, скажімо так, змінили кут зору і трохи випустили з фокусу тему іранських ракет, іранського озброєння. А те, що про це поки що мовчать, це означає, що, можливо, щось змінилося в цій ситуації з можливим постачанням іранських ракет до Москви? Чи тихом, під килимом це продовжується і скоро Росія зможе поповнити свій ракетний запас цими іранськими ракетами там різної дальності? Тихо такое сделать точно невозможно. То есть ГУР об этом сразу заявит, как только эти ракеты окажутся в России или будут разрабатываться для боевого применения. То есть мы об этом узнаем. Вот. Такие вещи тихо сделать нельзя. Это не маленький дрон, это не какие-то штучные, да, элементы, что-то такое. А почему до сих пор они их не передали? Смотрите, режим Apple просто взвешивает все плюсы и минусы, которые последуют. Они понимают, что передача ракет — это кардинальные просто эскалации их участия. Вот, в российско-украинской войне, потому что одно дело передавать дроны, которые, ну, будем честными, примитивное оружие, да, которое летит просто по заданной точке, GPS-точке, да, навигации, скорость 150 км в час, из полукустарных там средств, да, двигатели от мопеда и всякое такое созданы. И другое дело, ракеты баллистические, которые бьют на 700 км, полтонны боеголовка у них, точность и так далее, страшное грозное оружие. Вот, они прекрасно понимают, что это будет рост эскалации и реакция, в том числе, западного мира. Поэтому я думаю, что сейчас они взвешивают и присматриваются к ситуации. Зрозуміло. Тобто я правильно розумію, що Іран почав вагатися щодо того, чи передавати ці ракети, чи ні? Я не понял вопрос, еще раз. А я кажу, чи правильно я зрозумів, що Іран зараз вагається і остаточного рішення про передачу ракет не ухвалив? Да, я думаю, что так. Просто нужно понимать, что у них, во-первых, там непростая ситуация сейчас в самом государстве. То есть у них сейчас кипит. Государство кипит, там уже, включая силовиков и протестующих, что-то 1500 уже за 2-3 месяца протестов погибших. Вот. Плюс у них сложная ситуация как раз в Сирии, например, да, с Израилем. Кстати, вот сейчас они нанесли удар дроном Шахет-136 по израильскому танкеру, как оказалось, что на этот дрон был. Вот, да. Тут много вопросов появляется. Во-первых, как они смогли нанести удар по движущейся цели? То есть это первый вопрос, который сразу приходит в голову. Вот по счету этого дрона, плюс дальность, это танкер, который находится далеко в море и так далее. Вот, поэтому нужно понимать, что как бы помимо вопросов российско-украинской войны, их окружает целая куча всевозможных дилемм, проблем и так далее, и они взвешивают в конечном итоге все плюсы и минусы здесь, насколько они хотят дальше еще глубже вот, углубляться в этот конфликт. Окей, тоді ще питання щодо ситуації на фронтах зараз. Ми бачимо, що відбуваються якісь процеси на лівобережжі Херсонської області, лівобережжі Півдня. Ідея росіян полягала в тому, що відступивши, вони зможуть зафіксуватися по Дніпру і відповідно здійснювати атаки на наші міста, в тому числі на Херсон. Проводяться зараз артилерійські атаки через оцей водний бар'єр. Але наскільки мені відомо, там відбуваються якісь процеси, які можуть, скажімо так, вплинути на стратегічний задум росіян в негативному сенсі. А якщо є інформація, як там складається зараз ситуація на півдні, і справді, чи є в українських воїнів шанс відкидати їх далі, не дивлячись на те, що розділяє зараз, принаймні на Херсонському напрямку, російську армію та українську армію природня оця перепона в вигляді річки?
Да, смотрите, война не происходит линейно. Тем более фронт никогда не двигается линейно. Ну, если вы не русский генерал, разве что, который в лоб атакуют и так далее. Вот. Если вы грамотный военный, вы не воюете линейно. То есть после освобождения Херсона, да, и когда вы подошли к берегу Днепра, не значит, что вы должны форсировать в лоб Днепр. Ну, это сложнейшая вообще операция и так далее, вот, и атаковать. При этом, что самое удивительное, русские этого боятся. Вот. Они действительно боятся выход как раз там на просторы, на открытые все эти пространства, которые прямой путь к Крыму идет. То есть тот факт, что они оставили там большие силы, тот факт, что там происходит постоянно боевой контакт и сковывание, вот, указывает на то, что они на полном серьезе. Ну, плюс укрепления, которые они там готовят, строят там, в том числе, вот, на решение связывает Батюку, ну и Крым тоже они там готовят эти укрепления. Это указывает на то, что они действительно по-настоящему боятся. Вот. Или хотя бы, или по крайней мере хотят, чтобы мы, да, чтобы Украина думала, что они там боятся и так далее. Вот. То есть это часть какой-то там у них там задумки, что-то такое. Но вместе с тем я напомню, что у нас через, ну, когда мы говорим про ситуацию на фронте, через 7 дней начинаются заморозки, стабильный минус. Это говорит о том, что промораживается земля и будет возможность использования моторизованных и механизированных частей и так далее. Плюс в пакетах помощи США мы видим сотни единиц тоже как раз бронированной, вездеходной и так далее техники. А вот тогда мы увидим интересные ситуации на фронте. Я уверен, что Генштаб Украины готовит какие-то очень непростые для них мероприятия для врага. Зрозуміло. Дякую дуже за можливість включитися в наш ефір. Галь Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик.